новые соседи вон скважину решили делать. Ну как, новые владельцы. Что? У кого коза? Да ну. Ты как это коза? И что, он ее дует, эту козу? Это коза? Да. Да, на цепи. Так, 13 апреля. Нарциссы цветут уже белые, желтые цвели какие-то. Розы все в зелени. Бутоны еще не формируются. Вон такие блатные тюльпанчики у нас есть. А это сирень собралась. Поросли. Так жалко ее вырубать перед забором. Но тут еще не цветут сирень. Он... Ну вот, полно белых нарциссов. Заберите ту. Так, экскурсия по огороду. Вот это купил. Двое саженцев инжира. У нас по 50 гривен сейчас продается. Так, идем смотреть, что у нас тут происходит. Тут ничего не взошло. Кстати, вон на винограде уже листья какие-то, вы говорите. Смотрите. Голубой монреаль. Так, вот это нарциссник, который я пересаживал. Тюльпанов в этом году тут мелких не будет. Ну, уже и такой одуванчик уже. Белый тюльпанчик. Идем дальше. Тут все запущено. Это все смородина цветет. Целый ряд белых нарциссов. Это гусиные лапки. Ну, эта фигня еще не цветет. Каждый раз я путаю, как она называется. Яблоня цветет. А это вишня, Лен? А это какие-то аж красные розы. Они должны быть тюльпанчики. Альпийские отцвели. Петрушечка. Еще одна яблоня. Так, а эти уже у меня подцветали тюльпаны. Всякая эта мошкара опять летает. Непонятно, что у нас с этим. Вроде это шел. А это гибискус или как он был? Где? Так не отцвели. Мальва. Куча всего. Блатной чеснок. Это куча вот этой фигни, которую нужно повырывать. Айва зеленая, но она все время болеет. Опять гибискусы. А это один куст, второй куст. Это надо вспоминать название, где дейция, где вигела, где еще какая-то фигня. А это пара клюнулись ландыши. Полно их. Что там еще интересно? Это, видишь, нифига. Это вот тут можно посадить. Ну, значит, тут посадить. А это тоже больная, то, что я садил. А что мы садили? Вишня. Вишня, то, что ее... То, что ее у матери. Это же сразу поискать, куда садить этот инжир. Так, ну, это я обстриг. Прошлый день там риск. Слива цвела. Ну, абрикосы, как всегда, больная. Эти ветки тамариска этого рябинщика понакидывал. Тюльпанарий какой-то он в этом году жиденький.
Да. Ну, где-то тут валялись там. Вот тут, наверное, садил. Смородины ж. Да. Да, смотрю, что-то... Нет, тут вроде почки есть на вишне. Что тут еще? И там почки появились. Надо их аккуратно. Это пропавший персик, это от корня пошел. Но от корня мог пойти и этот миндаль. О, груша цветет. И абрикоса цветет. Тут я садил. Что-то не помню, что. Вот всякие разные тюльпаны. Куча всякой мошкары летает. Ой, черешня цветет. Что у нас? С тимьяном. Лимон из живой, а этот чуть-чуть даже есть. Да. Я не помню, где мы ее садим. Сейчас посмотрю. Вот какие. О, уже эти ландыши формируются, колокольчики. Я не помню, где мы мяты. Это уже лилии повсходили. Где я найду? А мы палочку не ставили. Ну так это была палочка. Это мы тут эту комнатную мяту где-то садили. А где? Вот это что? Нет. Где-то вот тут. Ну уже. Нет. Уже нету ее. Пропала. Ну, что тут еще у нас? Курточка. Вот так, хочешь ее погладить, только зуб. Вон, смотри, какие уже. Не знаю, ну, оказать смысл мальчика. Кстати, этот, вон, смотри, какие здоровые уже эти маки. Но еще не сформировались. Ты смотрела на своих этих, на лаванде, живая она или нет? Тут я не вижу, чтобы она... А, там было пара веточек сбоку. Вот тут вот веточки сбоку. Вот такой краткий обзор. Пошли посадим. Инжир. Короче, у нас сдохло два персика и одна вишня. И вот правило номер один. Ту яму, там где пропала, садить не надо. Вот мы новые. Видите, тут рылина, тут сколько этого глины. Как она? Я, надо отсюда землю. Так куда? Нет, там она и этот. Такая черная, хорошая земля. Так это сверху черная. Ну вот эту сейчас она вниз покидает. Ну как я ее покидаю? Ну лопаты. Так надо померить мне. Надо разрезать ножницами или так вытащить. Да так вытащишь. Да. Аккуратно. А, хорошо вытаскивай. Хорошо. Так вот тут уменьшенное, видишь, надо сделать разрез. Тут уменьшенное, видишь? Это. Иди возьми ножницы. И тут сразу тоже разрежь. А пока жена идет там этот, я. Вот видите, вот эта верхняя часть грунта, который черный. Я туда закидываю вниз. Правда, тут со всякими перегнившими корнями. Ну, но оно будет еще меньше. Надеюсь. И на всякий случай сразу залью водичкой. И вот так расколопутся. Можно кидать? Да. Она водичка надо смотреть. Да потом это. А на какую глубину? Вон почечка. А что он тут подгнивший? Ну, она давно, наверное, стоит, я же уже запрела. Давай сюда. Ну, вот так до почки. На, снимай тогда меня. Видно? Я буду показывать, а ты скажешь, вот так?
Настя, ну я не знаю. Я ж не вижу, я искала папочку. Если мы просядем. Это будет очень глубоко. Угу. Ты уже прижился. Все, тут нажми на этот. А на что нажать надо? На квадратик. Вторая отпущена. Вытащи сначала. Держи. А это там, где вишня была. Угу, надо было что-то ковырнуть. Да нормально. Земли мало. Попаду. Держишь? Держи его одной рукой, чтобы он не упал. Так, держи. Да. Все, отпускай. Я сейчас сам протопчу. А снимать надо это? Да, снимай. А что? Здесь весь процесс это? Ну, конечно. А вдруг кому-то интересно. Что интересно? Все, что мы садим, потом ничего не всходит. Тем более интересно. А, может там, это в Ютубе эти, скажи мне. Черный глаз там сглаживает. Поэтому... Блин, тебе сейчас будет Тоня смотреть, и ты такую ерунду говоришь. А кто такая Тоня? Расскажи всем. Моим да подписчикам. Нет. Подружка. Чья? Ой. Вот так садится инжир. Водичка еще. Все? Ну, впитается, мы потом еще ведерочко зальем. Может, примерно? В общем, одна. А там вторая. Вот тут уже вода ушла. Можно поподливать.